Меня зовут Ваня, для меня хардбас – это способ показать наркоторговцам и алкоголикам то, что в этой стране еще остались люди, которые как-то могут себя показать. Меня зовут Дима. Этот хардбас ассоциируется с тем, чтобы как бы это против наркотиков там. Мне позвонили, сказали так и так, прийти. Ну, я пришел, думаю, я не пью, я не курю.